Если вы хотите быть здоровыми, энергичными, хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать, то перестаньте использовать эти завтраки. И на первом месте это свежевыжатые соки. Свежевыжатые соки – это мощнейший удар по печени с огромным количеством фруктозы, которая в долгосроке приведет к ожирению, нарушению работы печени и организма в целом. Если переедать, если потреблять больше калорий, чем вам нужно, и если набирать жир за счет этого, то и печени может достаться. Но в исследованиях мы видим, что при равных условиях насыщенные жиры приводят к большему накоплению жира в печени, чем фруктоза и простые сахара. Выжав сок из фрукта, вы удаляете полезную клетчатку для кишечника и пищеварения, которая, кстати, не позволяет так быстро усваиваться фруктозе, и она сразу откладывается в жир. Фруктоза идет напрямую в гликоген печени, но ресурс гликогена печени очень ограничен, так что все, что сверх, будет уходить напрямую в жир на животе и на боках. Фруктоза не откладывается сразу в жир. Более того, немалая доля фруктозы съеденной станет глюкозой, а часть лактатом. Так что и в гликоген мышц фруктоза хорошо идет. Даже если бы фруктоза сразу ушла в жир, худеем мы или набираем, определяет баланс энергии. Вы можете тратить больше жира, чем накапливаете. Кстати, именно так на кетодиетах и худеют. Просто тратят больше жира, чем накапливают. Поскольку весь съеденный вами жир откладывается в жир, и лишь потом оттуда берется для различных нужд. Но это не повод не есть жир вообще, верно?